российского партнера Черкесского Airways. Бренд «Джили» активно готовится к запуску в Беларуси производства мощностью до 60 тысяч автомобилей в год. В случае падения производства Airways будет вынужден законсервировать высвободившиеся мощности. В целом же за первую половину 2015 года авторынок России упал на 36%. Неутешительный итог подвел комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. С января по июнь продажи новых автомобилей не дотянули и до миллиона, остановившись на отметке 782 тысячи. 94 автомобиля. Для сравнения, в этот же период 2014-го россияне купили 1 230 000 автомобилей. Лидируют среди них Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Следите за новостями авторынка на волнах Бизнес FM. С вами была Лидия Романченко. Адреса на Бизнес FM Ростов. В эфире радиостанции Бизнес FM адреса специалисты. Я Инна Панфилова, расскажем о каменных легендах Донского края. Центральный универмаг Ростова расположен в исторической части города на пересечении главных магистралей города, улиц Большой Садовой и проспекта Буденновского. Ранее это был угол Таганрогского проспекта и Большой Садовой. Здание было известно ростовчанам как торговый дом Пустовойтова. В начале 20 века здесь находился эпицентр торговли и бизнеса. Здание было построено в стилистике модерна по проекту архитектора Евгения Михайловича Лузина. Торговый дом Пустовойтова, который сегодня считается памятником истории и культуры, был построен в 1910 году для отделения русско-французских заводов резинового фототерческого производства «Проводник». Символика проводника до революции была расположена на венчающей части здания. В архитектуре сочетались различные направления модерна. Рациональный модерн проявился в структуре фасадов через огромные окна и витрины, которые были очень полезны и практичны для торговли, рассказывает доцент кафедры истории, архитектуры и искусства Анна Ивановна Ильичева. Второе направление, которое участвует в создании образа этого здания модерна, это ранний модерн, или еще иррациональный модерн называется. Это направление проявилось в декоративном убранстве. Не в полной мере, однако венчающая часть здания, которая в настоящее время не сохранилась, к сожалению, она была оформлена с использованием декоративной скульптуры. Некоторые пластичные формы, например, переплета оконных проемов, вот этих самых витрин, наличие ваз в нише верхнего этажа, это дает возможность отнести это здание еще и к модерну, раннему, более декоративному, чем рациональному. По своей структуре здание напоминает универмаг «Север», который находится в Петербурге на Невском проспекте. Декоративное решение угловой части повторяет его формы, однако относится к более раннему периоду, поэтому петербургского «Зингера» пластика в оформлении больше. Во время войны здание было разрушено, и только в 1950 году его восстановили, сохранив первоначальный внешний облик. Во время Великой Отечественной войны проводник был разрушен, есть изображения, есть данные о том, что внутреннее пространство было повреждено. Венчающая часть здания была утрачена. И в ходе послевоенной реконструкции 50-е, 60-е годы несколько изменилась сама структура здания и внешний облик, хотя нижние этажи почти сохранились. Спустя время над угловой частью здания надстроили ротонду. Она имеет форму цилиндра с часами, а до этого был купол, окруженный пластической структурой. Затем в южной части здания пристроили железобетонную часть, и торговый дом приобрел нынешнюю V-образную форму. Пристройка абсолютно была лишена декора, сохранила структуру фасада здания. Каждые 15 минут. Новости. Главные экономические темы и информация с торговых площадок. Каждые полчаса. Обзоры деловой прессы, а также... Кидай туда без лишних разговоров.